Всем привет! Итак, ага, посвечу. Вытащила сегодня два телескопчика SkyWatcher SkyMag 127. И сейчас адаптируется тоже Целестрон С8. И, может быть, даже сниму планетки, потому что Синк обещают, но будет облачность, поэтому уже, если видно, да, уже начинает надвигаться облачность, но месяц появился тоненьким серпом, а вон там вот эти красавцы Венера, вот она, Венера, и значит, Меркурий тоже должен быть где-то там. Вот. Ну, еще повыше есть у нас Сатурн. Да, много шумов, я знаю, но это телефон, ничего не могу поделать. Да, Сатурн. И еще повыше Юпитер. Вот он, Юпитер. И... Ну, шумит, да, я знаю, что шумит. Я не знаю, потом я шум не уберу. И Марс. Сейчас я попробую это же самое все снять на... Будет меньше шумов, на без приближения. Вот, мы зафиксировали, где Марс, да? Вот он, и я убираю. Юпитер и так рядки, яркие, не надо увеличивать. И там вот чуть ниже будет Сатурн, Луна, Сатурн, но Сатурн нет, Сатурн надо увеличить, чтобы найти его. Вот. Юпитер, Сатурн, Луна. А там Венера и Меркурий. Венера и Меркурий надо увеличивать, потому что... Потому что еще засветка. Солнце только недавно село. Ну вот, попробуем, что у нас получится. Меркурий появился. Не думаю, что будет видно, но Венера над самым домом, звездочка. Над самым-самым домом. Да, видно. Размыто сильно, но видно, да. И чуть выше я попробую выровнять. Проявится. Ну что, пишем. Пишем это. Фонарик включила. Ну, он уже Марс визуально даже вот на экране меньше. Видно, также у меня 3X Барлоу стоит. Камера. QHI 462 цветная. Ну и Целестрон С8 200 миллиметров апертура. И также монтировка NEQ5 от SkyWatcher. Все тоже эти же посмотрела визуально в этот окуляр. 5 миллиметров планетарный окуляр. Ну, в общем, приличный так. В общем, а сейчас несколько роликов напишу. И, пожалуй, он этот. Ага, выключил. Юпитер уже садится, а Марс, я выключила свет. Вон он почти в зените. Так, ну так, телефон ничего не видно, конечно. Всех пишем. Да, вот еще необходимый инструмент для астрономических наблюдений, потому что сейчас телескопы потеют. Ну вот, наверное, допишу этот последний 3
гидролика. И вот видно, да? Видно. Ну, то есть отпотевание. То есть погодные условия, ну так себе из-за тумана влажности. Там уже все, туман сел, надо заканчиваться. Заканчивать надо. Так я решила, да, снять на другой день. Там сейчас Сатурн рядом с Луной, Юпитер. И почему решила доснять на другой день? Я пробую корректор атмосферной дисперсии на низких планетах. По-моему, у меня ничего не получилось, но сняла я Венеру и Меркурий. Ну и Сатурн садился тоже. Он еще не сел, но он уже низко. Сняла Сатурн. И, в общем, сейчас вот у нас Юпитер. Ну так, это пробные такие видео. Посмотрю, что с этим, с корректором. Так себе, честно говоря, никак я ему не приспособлюсь к нему никак. Ну, посмотрим.